А вот и первая медяха за сегодня. Надеюсь, не последняя. Вот такая зеленая советская медь. И вот еще небольшой проводочек. Нормально. Всем привет, друзья! Вы на канале Пластилин. Сегодня вместе с вами будем производить археологические раскопки на старой свалке времен СССР. Как обычно, наливайте чаек, кофеек, какао, какао. Берите что-нибудь вкусненькое, ставьте лайк этому видео. Всем приятного просмотра. Стартуем! Кто помнит, на прошлой неделе я уже снимал на этом месте видео. Но тогда ходил просто визуально по поверхности, собирал всякий интересный старый хлам. Ну а сегодня буду все копать. Все самое интересное, конечно же, буду вам показывать. Поковырялся я здесь уже минут 10, и, как вы видите, пока что вот такие скромные находки. В основном всякое старинное стекло. Металлов пока что по минимуму. Немножко медных проводков, ну и всякие алюминий, пробки, крышки, баллончики от дезодорантов, зубная паста. Пока что вот так вот. Судя по клеймам на бутылках и на флаконах от одеколона, свалочка это где-то 60-х, 70-х годов. Вот, как вы видите, бутылка третий квартал 71-го года. Вот еще донышко от бутылки. 75-й год. Ну и вот такая бутылка огромная от шампанского. Хотя это не шампанское. Так. Боржоми, 12 месяц 1954 года. Ничего себе, это получается вот этой бутылке в данный момент 70 лет. А вот таких артефактов я еще в своей жизни даже не видел. Похоже, это был вот такой одноразовый квадратный шампунь. Сделано в ГДР, шампунь с яичным желтком для нормальных и жирных волос. Вот такая капсула из какого-то плотного пластика. Металлолома маловато, зато здесь много всяких других не менее интересных предметов. Вот смотрите, старая фарфоровая тарелочка. Вроде как даже целая, но она находится на глубине где-то метра от поверхности. Медный проводок. Я думаю, у нее просто не было шансов. Скорее всего, битая. Но сейчас попытаюсь как-нибудь аккуратно достать. Клемм пока не вижу. Так, немножко обкопал. В общем, извлекаем тарелку с длительной спячки. Эх, вижу, уже битая. Фарфоровая. И на удивление без клеем. Обидно. Так вот. Вот такой тюбик типа пластмассовый или пластиковый крем для обуви. Судя по всему, назывался Черевички. С этой стороны тоже какие-то надписи. 18 копеек. Киевский завод бытовой химии. И еще чего-то там. Друзья, даже серебро попалось. Вот такое допотопное типа реле. Вот контактная группа. Блестят кругленькие контакты. Ну и, конечно же, медная катушка. Все вот такое гнилое. Но все равно нужно брать. Еще даже маркировка есть какая-то. Нормально. Попалась вот такая большая алюминиевая крышечка. Дело в том, что в советские времена молочные и кефирные бутылки были без всяких этикеток, всю информацию писали и вот выдавливали на вот таких крышках. Горлышко в таких бутылок было побольше, чем в стандартных. Вот это видите, для примера положил водочную пробку, а вот это кефир или молоко. Но, к сожалению, надписи плохо читаются. Если попадется сегодня подобная крышечка в лучшем состоянии, обязательно вам покажу. Друзья, неожиданно из-под земли выскочила вот такая плата. Смотрите, какая она крупненькая.
Ну, судя по всему, какая-то старинная радиола была. Много КСО конденсаторов 315, имеются трубчатые. Также вот такие ракетки, транзисторы с дырочками, флажки. В общем, плату нужно забирать. У меня такое ощущение, что сюда сбрасывали мусор с какой-то или столовой, или с кафешки старой. В основном попадаются всякие бутылки, водочные, винные, минералка, битые тарелки, битые стаканы, пробки, крышки. В общем, пока один только хлам. Приехал я на это место минут 40 назад. Светило солнышко, а сейчас все захмарило и пускается небольшой дождик. В общем, вот такая баночка попалась. Пластмассовая, это, наверное, из-под какой-то краски, типа гуаши или акварели. Давайте откроем. Ну да, вот она. Красная краска, которой 40 или 50 лет. Прикольно. Вот такая зубная паста. Алюминиевые тюбики. На удивление, и один, и второй сделаны в Болгарии. Это у нас называется Мэри, а вот это Помарин. Поменял немножко место, отошел на пару метров дальше. Попадаются небольшие железки. Вот это уже покрупнее. Зубная щетка пластмассовая. Вот такой крошечный керамический изолятор для внутренней проводки попался, даже со штырьком. Вот торчит какая-то железка. И там заметил, похоже на очередную зубную щетку. Я такими темпами скоро целую коллекцию советских зубных щеток насобираю. В прошлом видео штук 5 нашел. Сегодня тоже часто попадались, но попадались все битые. Эту попытаюсь достать аккуратно. Миссия выполнена. Щетка целая, но, конечно же, без щетины. Высыпалась от времени. Цена 32 копейки. Это какая-то мажорная щетка. На прошлых щетках цена была 25 копеек и 30 копеек. Так, виднеются какие-то железки. Это у нас зубная паста. А это что-то непонятное. Похоже на какой-то нержавеющий фланец. Копаю. Жаль, здесь всего-навсего одна половинка вот такая. Имеется даже какая-то маркировочка. Вот такие цифры. В общем, эта штуковина какая-то подозрительно легкая. И мне кажется, что она может быть даже не из нержавейки, а из титана. Нужно проверять. Друзья, копаю, бац, попадается нормальная находочка. Думаю, нужно ее заснять. Лезу в карман за телефоном, а телефона нету. Я давай все искать, оббегал здесь полсвалки. Ну, где-то минут 20 искал, нету. Думаю, нужно ехать уже домой, звонить с другого телефона и искать уже по звуку. Потом думаю, разгребу-ка я вот эту кучку. Давай все раскапываю. И реально на самом низу нашел прикопанный телефон. В общем, он как-то незаметно выпал с кармана, и я его сами закопал. Вот такая история. В общем, смотрим, что же это за находочка. А это у нас солдатский ремень. Вот такой советский, еще со звездой, серп и молот. Они бывают латунные, а бывают железные. Это у нас, наверное, полевой ремень. Он был покрашен зеленой краской. Все вот так вот уже проржавело, согнутый. Это значит, что ремень у нас дембельский. Но находка неплохая. А самое главное,
неожиданная. Плохо видно, но похоже на старую армейскую пуговицу. Еще старого образца 60-х, 70-х, 80-х. Такие пуговицы уже делали полностью алюминиевые. А это была наполовину железная. Вот так вот все проржавело, нужно чистить. Вот такая непонятная находочка. Консервная банка полностью ржавая, железная. И к ней прилипла какая-то алюминиевая штуковина с картинками. По размерам напоминает старую спичечницу. В советские времена делали для спичек такие алюминиевые коробочки. Или какой-то значок. Тоже нужно забирать и чистить. Пока непонятно. Зубные пасты закончились, теперь начинают попадаться всякие вот такие кремы. Этот у нас называется Лада, а вот это детский крем. Здесь еще крышечка вот такая старинной модификации. Зачастую вот такие крышечки везде. А тем временем у нас попалась первая за сегодня целенькая бутылочка от кефира или от молока. В общем, 40 или 50 лет назад бутылка кефира выглядела примерно вот так. Также попалась более-менее целенькая крышечка. Как я и говорил, вся информация указывалась вот здесь, выбивалась. Если присмотреться, можно прочитать кефир. В то время... Дату производства не ставили, ставили название недели. Понедельник, вторник, вот здесь написано суббота. Значит, кефир сделан в субботу. Цифры никто тогда не ставил. Вот такие крышки были. Всем, кто смотрит это видео и что-то ест, приятного аппетита. У меня тоже начинается обеденный перерыв. Ноги грязные, пипец. Друзья, как вам такое дизайнерское решение? Кроссовки вообще распались. Домой придется чесать сегодня босиком. Напоминаю, лето прошло уже. На улице октябрь месяц. Вот так вот. А у нас минутка антирекламы. Первый раз в жизни купил банановый сок. Покупал раньше всякие мультифрукты, где банан был вперемешку со всякими апельсинами, лимонами. Но там все нормально. Ну а здесь вообще бананами даже не пахнет. Вкус больше напоминает какие-то или кабачки, или огурцы. Но явно не банан. Выскочил вот такой футлярчик от зубной щетки, который... Лет 40-50 никто не открывал. В принципе, внутри может быть даже есть зубная щетка, но вряд ли. Пока что никаких клеем не вижу. Скорее всего, они внутри. Давайте все откроем. Пусто. Но все целое. А вот и клеем. И завод производителя, и цена... 30 копеек. Забираем. Попался вот такой синий флакончик из кобальтового стекла. Точно такой, как и мне попадался в предыдущем видео. Кто-то писал, что это не духи, это вроде бы какой-то лосьон был. Карма на крышке написано. Ну вот еще неплохая находочка. Какой-то штуцер. Судя по цвету, это или медь, или латунь. Сейчас проверим. Или просто железо с зеленой патиной. Не знаю, какой-то цвет металла подозрительный. На медь не похоже, но окислы медные. Какой-то огромный нагреватель. Но на этот раз уже точно. Или медь, или латунь. Вот красноватый цвет. Отлично.
стеклоблок откопал. Целенький, кому надо, пишите. Вышлю по почте. Какая-то доисторическая, но при этом импортная ручка. Называется нейлон. Может быть, какой-то ГДР. Кажется, что она шариковая, но это не так. Это у нас перьевая авторучка. Еще к ней имеются вот такие всякие запчасти. Тоже перо, колпачки. Но это уже пошли стержни к обычным шариковым ручкам. Винзавод Одесса. Первый раз пробочка с Одессы попадается. Читал недавно статью про вот эти пробки без козырки. В общем, инженеру, который их придумал, выписали на заводе премию аж целых 30 рублей. Зато Советский Союз за счет вот этих пробочек экономил миллионы, если даже не миллиарды рублей. Пластмассовая раритетная крышечка. Вроде бы здесь написано «Грифос». И, скорее всего, это от обувного крема. Здесь такое часто попадается. Друзья, сердце застучало, руки затрусились. Я уже подумал, что докопался до немецких позиций Второй мировой. Но это оказался обломок от советской гири. Наверное, 5-килограммовой. Это сколько надо было силы, чтобы ее вот так вот по-живому отломать. Ну, вес неплохой. 2 килограмма. Друзья, сегодняшние поиски на свалочке СССР подходят к своему завершению. Копал я сегодня примерно 4 часа. Копал очень усердно, без металлоискателя, все подряд. Ну и, как вы видите, кое-что откопать мне все-таки получилось. В принципе, в наше время очень даже неплохо. Давайте посмотрим поближе. Вот такое стекло. Бутылочка из-под кефира, бутылочка из-под уксуса. Ну а дальше идут всякие флакончики от духов и одеколонов. Вот это пузырьки от чернил. Больше всего мне понравился сегодня вот этот пузыречек. Тоже, наверное, какой-то одеколон с вот такими узорами. Кто помнит фильм «Пятый элемент», там главные герои искали камни. Тоже с такими узорами. Платки с радиодеталями. Вот эту плату я уже показывал, а вот эти две не показывал. Здесь, по-моему, вот эти радиодетальки ценные. Ну, остальное так по мелочи. Всякий мелкий алюминий, консервные банки, баллончики, дезодоранты. Забирал даже вот эти тюбики из-под кремов и зубных паст. Когда-нибудь буду плавить алюминий, обязательно их переплавлю. Ложки, проволока. Ну, вот такой чермет, его было совсем немного. Половина гири. Думал, что вот это стеклянный изолятор. Оказалось, что это какой-то советский плафон. Форма довольно необычная. Вижу такое впервые. Вот это или титан, или нержавейка, нужно проверять. Медь, чистая медь, обожженная. Вот эти проводки нужно будет еще обжигать. Реле с серебряными контактами. Конечно же, армейская пряга советская. Протер. Оказалась латунная. Здесь, по-моему, еще есть какое-то клеймо. Нужно отмывать. И потом уже смотреть. Две целые плитки, ну и всякая советская мелочевка, крышечки, баночки, коробочки, пробочки, тюбики пластмассовые, ручка, запчасти к ручкам. Ну, примерно такой результат. Несмотря на то, что до меня здесь побывало огромнейшее количество металлистов, копать здесь еще можно. Очень много находочки есть. Короче говоря, нужно копать поглубже. И, возможно, в следующий раз мне повезет, и я найду какой-нибудь золото партии. Друзья,
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и до встречи в следующем видео.